Здравствуйте, мои дорогие. Я сегодня в новых очках, а значит, это будет распаковка. Вот смотрите, какие очки удобные. Вот одной рукой неудобно, а двумя-то. Вот так. И никуда они не денутся. Очень удобно. Что, пошли смотреть. Девчонки, пришла у меня вот такая вещь. Я не знаю, может быть, кто-то видел. Это заменитель верха купальника. Вещь вроде бы странная. Да ты что? Но хочу сказать, никуда ничего не сваливается. Достаточно удобно. Единственное, что... Я там вам потом картинку выложу. Сама-то уж я не буду в этой красоте сниматься. А жаль. Вот. Единственное, что у кого тяжелая грудь... Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Шеи тяжеловато. Я, например, долго не могу находиться в нем. Я уже так померила, походила. А так вообще замечательно. В нашем золотом возрасте... как я называю, третья молодость. Бывает тяжело уже что-то застегнуть сзади. А тут одел на шею. И все. Да. Против солнышка сниматься, конечно. И так-то уже красоты неземной. Ах, ну ладно. Вот. Пришли у нас вот такие ниточки. Такие вот цветные. Это дочка заказывала для одежды, для кукол. Такие. Пришли вот такие помпончики. Пыталась распутать их, никак не получается. Тут где-то метров 5, наверное. Да, 5, по-моему, метров. Хорошенькие такие, мягенькие. И цветочки, это тоже ей зачем-то нужно для кукол. Вот такие вот серебряные. Красненькие, но они помялись, понятное дело. Надо расправлять. И вот такие вот интересные. Вот такие. Вот такие смешные заказали мы шлепанцы. Хвостик сзади. Но пришел размер 42-43. Ну вот открыли спор. Не знаю, посмотрим, чем кончится это дело. Вообще, чем больше заказываешь, тем больше приходит какой-то ерунды. Совсем не то, что хотелось. Есть, конечно, продавцы ответственные. Сказать ничего не могу. Есть. Но бывает, что вот пришлют такое, о чем и не мечтал. Ну и последнее, это вещь специфическая. Это для тех, кому это надо. Это у меня у приятельницы дочка-инвалид. Вот ей нужна такая на всю ногу. Это вот, кто не понял, это на ногу. С самого низа и выше колена. Все это вот застегивается. Очень крепко. Прям тут что-то такое твердое. Прям как металл, что ли, не знаю. Прям, наверное, пока, всем пока. А я пойду вишню обрывать. Лето такая пора, что нет ни одной минуты свободной. Устаешь, вот как собака. Спят усталые игрушки, книжки спят. Просто вчера еле до кровати доползла. Ой. Ну зато тепло. Птички поют, все цветет. Хорошо. Ну пока-пока, мои дорогие.
А тем временем у меня еще и варенье варится из вишни. Так что надо как-то успеть все сразу сделать. Еще не закипело. Все время забываю сказать. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайки, кому понравилось. Вот. Подписчиков у меня пока маловато, конечно. Но зато все они очень дорогие. У меня такие прям переписки идут с девочками. Ну, прям, ну, такие молодцы. Интересуются, спрашивают. Я им отвечаю. Собственно говоря, этот канал-то и начался из-за того, что общения не хватает. А тут прям общаюсь. Ну, так приятно, так приятно. Такие комментарии, что прям до слез прошибают. Спасибо вам огромное, девочки, за такое внимание ко мне. Пока-пока.